Вот это поворот! Что сосут чемпион? А вы знали, что для концентрации я сосу перед каждым выступлением? Ты всегда со мной, он вкусный такой. Содержит только натуральный ингредиент. Натуральная энергия для победы. Видите, работает. Хочешь быть чемпионом? Возьмите меня. Красный — это значит красивый. Но синий — значит свежесть. А белый — это элегантность. Вон туда надо. Как видите, господин Бинг, овечьи останки от человеческих я пока могу отличить. Как-то прикажете понимать? Кто-то прямо здесь разделал домашнюю овечку. Да, видимо, в овечьей требухе вы действительно разбираетесь лучше, чем в человеческой. Может, вам в коновалы податься? Олег, ты больной, что ли? Музыка там льется постоянно, потому что хвалит Господа и листочек, и травинка, и птичка, и каждое животное, которое я там видела, оно все хвалит Бога. Музыка, можно сказать, малиновый звон. Вот это вот малиновый звон, который вдохновляет, который, если бы там были болезни, я бы сказала, что исцеляет. Обещали нам спортплощадку. И где тут спортплощадка? Закопали бассейн, обещали тоже бассейн. Площадки нету, а наш президент за спорт. А площадки нету, не строят. Тут пришел дяденька, выкупил эту землю и хочет построить офис. Ты слышь, ты зачем тут эту землю выкупил? Построен, откопай нам бассейн. Вон, все дети хотят. Да! Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Вам спешат, чип-чип-чип-чип, и ты лучше всех. Валера, я беременна. О, поздравляю, от кого?